Сегодня приезжают два клиента, друзья. Они будут охотиться на леопарда. Посмотрим, какая это будет охота. Мы должны будем найти свежий след, поставить собак. Это большая команда, большая долгая работа. И мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы клиенты получили удовольствие и результат. Спасибо. Чуть-чуть до нас не дошел. 7 метров до нас не добежал. Ну что, конечно же, охота это на леопарда самая увлекательная. Самая увлекательная и по драйву, и по... Даже слов нет. Если бы, конечно же, не работа всей команды вместе с собаками, с людьми, с печами, с трекерами, эта охота, конечно, не состоялась. Но 9 ночей стоило того, чтобы походить и получить вот этот вот не исключительное удовольствие, это гаси. Ну что, Михалыч, поздравляю тебя с добычей очередного трофея. Это 4-й трофей из большой пятерки. Леопард. До этого мы с тобой добыли уже буйвола, носорога и слона в Зимбабве же. Сейчас великолепный самец леопарда лежит перед нами. Поэтому давай выпьем, мы тебя поздравляем. Остался только один трофей, лев, и мы, я надеюсь, его добудем в следующем году. Несомненно. Ну что, из 4 охот это была самая сложная охота. Самая сложная охота. Она проходила в течение 10 дней. Работало сумасшедшее количество людей, техники, собак. 9 ночей, как на работу. Выходили постоянно, не спали, замерзали, искали следы. Постоянно. То на машину, то с машины, то с ружьем, то без ружья. Вот. Удивительная охота, на самом деле, по своему адреналину. Я считаю, это самая высшая охота из всех, то, что были до этого. Ну, не знаю, как лев пройдет охоту, но вот эта охота была самая адреналинная охота. Вот. Огромное спасибо, конечно, всей команде. Огромное спасибо моему PH-у Георгию. Вот. Мастер-наставник. Мастер-наставник. Ну, надеюсь, что до 5 мы точно дойдем. Несомненно. И, естественно, конечно же, огромное спасибо всем собакам, которые работали тоже. All right.